Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 4 квітня у світі буде відзначатися День пацюка. Про особливості поведінки декоративних гризунів та догляд за ними сьогодні будемо говорити разом з нашим гостем. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» зоолога Сергія Чугаєва. Пане Сергію, я вас вітаю у нашому прес-центрі. Сьогодні пан Сергій прийшов не сам, разом з ним ще дві наші гості. У однієї з них вже є ім'я, її звати Настя, іншу, як ми могли зрозуміти, поки що не вигадали, але скоро і вона буде мати ім'я. Так, цікаві, неймовірні тваринки, сьогодні будемо говорити про них. Розкажіть взагалі про особливості їх поведінки і характер. Ну, во-первых, давайте познакомимся. Крыса, отряд гризуни, семейство мишини. И, в общем-то, всем известное животное. Какой характер у них? Характер хитрый. Это умные, смышленые зверушки. Они, ну, жизнь их научила быть ловкими, находчивыми и умными. Вообще-то крысы, ну, в Европе издавна знали черных крыс. Но в 18 веке их вытеснили крысы серые или пасюки. Они больше нам известны. Сейчас очень развито выведение крыс декоративных. Здесь мы видим крыс домашних декоративных, не диких, совершенно ручных. Обычная крыса декоративная, вот это маленький крысенок. Видите, они могут быть разного цвета, могут быть пятнистыми, беленькими, альбиносы часто живут дома. Вот такие симпатичные зверушки. А это уже новое слово. В крысоводстве, так сказать. Крыса-сфинкс. Без шерсти. Вот такое симпатичное животное. Все чаще его заводят дома. Как я сказал, крысы смышленые зверушки. За ними интересно наблюдать. Ну, а теперь появилась вот такая крыса-сфинкс. Они тепленькие. Температура тела у крысы около 40 градусов. И гладенькая бархатная кожа. Крыс не очень любят в человеческом обществе. Главным образом пугает лысый хвост, хотя на самом деле он не лысый, он покрыт волосками. Причем вот этот страх перед крысами у нас заложен на генном уровне. Проводили опыт, показывали крысу 11-месячному малышу, и он уже проявлял признаки страха. То есть на генном уровне заложена вот такая вот опаска по отношению к этим животным. Хотя на самом деле они очень милые, ласковые и добрые. Ну, дійсно, ті представники, які сьогодні у нас, вони такі милі, грайливі, вони вже от викликали таку аудиторію прихильників нашого каналу, але ті, яких ми можемо там побачити, прогулюючись, зараз прийшло тепло, і прогулюючись набережною, ми можемо побачити, як там біжить такий величезний пацюк біля смітника. От особливості, от вони відрізняються чимось, декоративні пацюки домашні, і ті, які бігають от по вулиці? Совершенно разные характеры, совершенно разное поведение. Крыса дикая, она постоянно вынуждена выживать, добывать себе пищу, и поэтому у нее, конечно же, характер более агрессивный. Кроме того, со всех сторон ее подстерегает опасность. Люди не любят крыс, пытаются их уничтожить. Крыса – это излюбленный корм многих хищников. То есть они вынуждены вести борьбу за существование. Домашним декоративным крысам ничего не грозит, поэтому они более спокойны, более любопытны, более игривы, особенно девочки. Мальчики больше ласковые и нежные, а вот девочки активные и игривые. И, в общем-то, прекрасно контактируют и с человеком, и с другими домашними животными, в том числе и с котами. Если они растут вместе. Про те, що вони не люблять один одного, це все міф. Знаєте легенду старую індійську о том, вот недавно закончился год крыси у нас, начался год быка.
в восточном календаре 12-летний цикл повторяется пятикратно, и таким образом большой цикл 60-летний. Каждый год носит знак какого-то животного. Но легенда гласит, что Будда когда-то собрал 12 животных, слуги, он разослал слуг, слуги привели 12 животных. Среди них была и крыса, была и кошка. И Будда назначил соревнование на раннее утро. Крыса и кошка дружили, и поскольку кошка любит поспать, она попросила крысу разбудить ее пораньше. Но крыса побоялась, что в соревновании она кошке проиграет, красивой кошке, и не разбудила ее. Поэтому пришли все животные, кроме кошки. Пришлось спешно искать замену кошке. Слуги первое животное, которое встретили, привели, и это оказалась свинья. Таким образом, свинья попала вот в этот круг. И Будда устроил соревнование для животных. Нужно было переплыть бурную широкую реку, и кто первым переплывет, тот возглавит первый год. Первым приплыл бык, но он не заметил, что у него на голове сидела крыса, и как только бык на берег ступил, крыса прыгнула прямо в руки Будде, и таким образом стала первой, открыла первый год 12-летнего цикла. Кстати, другая легенда еще интересней. Будда сказал, что первый год откроет самое большое животное. Самым большим животным из этих 12 был бык. Но крыса вдруг заявила, что она больше, чем бык. Над ней стали все смеяться. И тогда она предложила спросить у людей. И бык с крысой пошли к людям. Люди кричали: «Ой, смотрите, какая большая крыса!» Но ни один не крикнул: «Смотрите, какой большой бык!» И таким образом крыса открыла первый год 12-летнего цикла. Вот вам и характер крысы, и ее, в общем-то, наклонность, и ее хитрость, и вот ее, в общем-то, характеристики. Дійсно, ми бачимо, що вони абсолютно різні. От два пацючка, які сьогодні є у нас. От якого б ви порадили, порекомендували брати собі, як взагалі правильно обрати пацючка, якщо хтось хоче собі, наприклад, завести декоративного, аби він був у нього вдома? Декоративні криси відрізняються тільки внешнім інтер'єром. По содержанию, по характеру они, в принципе, совершенно одинаковы, хотя, как и у людей, у каждой крысы свой какой-то характер, свои особенности характера. Но, в принципе, если кто-то решил завести дома крыску, нужно выбирать просто, какая вам понравится внешне. По расцветке. Они бывают самых разных расцветок. Нужно только учесть, что крыса дикая живет 2-3 года, а декоративная крыса живет, в общем, в среднем 2 года, от 1,5 до 2,5 лет, недолго. Поэтому вы должны ожидать, что ваш друг от вас уйдет со временем. Выживают крысы, и они настолько распространены, потому что у них короткий срок беременности, как правило, 21 день. И крыса полиэстральное животное, то есть она может приводить более 2 пометов в год, и в каждом помете может быть где-то от 4 до 14 крысят, а иногда бывает и больше. За счет этого крысы размножаются очень быстро и интенсивно. Хотя декоративных крыс, когда заводчики их разводят, они стараются от каждой крысы не более 2 пометов иметь за всю продовжительність життя. Розкажіть про догляд за ними, тому що я, наприклад, читала, що коли з'являється пацюк, треба, щоб він побув на карантині. Чи дійсно це так? Навіщо це? Так, звісно. Ну, просто откуда ви його берете? Наприклад, наші животные, всі животные в нашому трогательному зоопарку, кстати говоря, я представляю трогательный зоопарк, который находится в парке Глобы, у нас больше 50 животных, главным образом это экзотические животные, и практически все животные у нас ручные. И все животные без исключения находятся под наблюдением ветеринаров, имеют большинство международные ветеринарные паспорта, то есть наши животные гарантированно здоровы. Хотя крысы, хоть и несложно их содержать, но они подвержены многим заболеваниям.
Не зря лабораторные животные, ну, в качестве лабораторных животных, одно из самых популярных лабораторных животных – крыса. На нем, на этом животном ученые исследуют действие различных лекарств, потому что крыса подвержена многим заболеваниям, которыми болеет и человек. С этим связана и опасность переноса заболеваний, заражения. Хотя некоторые болезни, которыми крысы сами не болеют, они могут переносить, являются переносчиками. У домашних крыс очень слабые легкие, печень, почки, поэтому к питанию и содержанию крыс нужно относиться, ну, внимательно. Например, подстилка, крысы не приучаются к туалету, и им нужна впитывающая подстилка. Но если подстилка из гранул хвойных пород дерева или опилки из хвойных пород дерева, это может вызвать серьезные болезни легких и повлиять на состояние почек и печени. То есть подстилка должна быть обязательно из лиственных пород дерева. И к кормлению нужно подходить. Все данные есть в интернете. Но нужно подходить внимательно к кормлению, составлять рацион для них. Крысы – всеядные животные. Они питаются и растительной, и белковой пищей, но количество белковой пищи должно быть существенно меньше, чем растительной. Где-то порядка 10-15% белковой пищи, а основное – это зерновые, можно немножечко там орешков и масличных культур, но главным образом это овощи и зерновые фрукты. До речі, ви зауважили, що вся інформація є в інтернеті, готуючись до нашої прес-конференції, тут, де я, звісно ж, заглянула, і багато хто пише, що от все, що людина сама їсть, все можна давати і своїй тваринці. Конечно. Тобто це дійсно правда, от все, що зі столу, можна так сказати, може потрапити і в раціон пацюка. Криса з'їсть все, що ви їй дадите, ну, якщо їй понравиться. Вона переборчує точно так же, як і чоловік. Сьогодні нам нравятся пельмени, а через неделю что-то вдруг не хочется. Точно так же и крысе. Еще крыса – грызун. У всех грызунов зубы растут постоянно, резцы растут постоянно, поэтому обязательно у крыс должно быть что-то твердое, чтобы они могли стачивать зубы. А скажіть, з приводу лікування, ви зазначили, що вони часто хворіють, як їх? Ветеринарної клініки. Тобто самостійно краще не братися за цей процес, самостійно не так брати. Конечно, конечно. Є для этого ветеринарные клиники, если есть признаки заболевания какого-то у вашего питомца, самый лучший вариант обратиться в ветеринарную клинику. Крыса это, ну, есть животные, сейчас все чаще держат экзотических животных дома. Не для всех экзотических животных наши вот ветеринары, ну, специалисты по их болезням. Например, не всегда можно найти грамотного ветеринара для лечения рептилий, еще некоторых животных таких специфических. Но крысы – это уже для нас животные обычные, и, в общем-то, как правило, ветеринары знают, как с ними обращаться и как их лечить. Розкажіть, от ми бачимо, у нас зараз вони вже так заспокоїлись трішечки, такі втомилися порушувати дисципліну. В принципі, ось ці два пацючка, хоч вони різного віку і різні, в принципі, але вони так дружньо сидять в одному контейнері. Якщо, наприклад, я вже маю пацючка і хочу завести ще одного, чи може така ідея погано закінчитися, чи можуть вони якось не подружитися? Можна, но нужно, ну, пробное саживание делать, то есть они должны привыкнуть друг к другу, и точно так же, как люди, знаете, мы можем с человеком законтачить сразу с первого взгляда, а можем с первого взгляда не взлюбить. Точно то же и у крыс происходит. Я вот этих вот крысок нес в разных контейнерах, на всякий случай, потому что они в зоопарке сидят в разных клетках, и я не знал, как они себя поведут вместе. Будут ли дружить, или, может быть, кто-то кого-то будет обижать. Поэтому на всякий случай нес их в разных контейнерах. Как видите, вот сейчас я их посадил вместе, они прекрасно подружились и друг друга не обижают. То есть нужно сделать пробное ссаживание, и если сразу с первого ссаживания они начнут драться, то есть кто-то кого-то начнет обижать, значит, контакта у них уже не будет.
Як же їх розважати? Ви говорили, що, наприклад, дівчата вони більш активні, такі веселі, хлопці більш спокійніші та ніжні. І все ж таки, які для них є, можливо, методи розважання, чи можливо їх привчити до якихось команд, як от їх дресирувати якось? Ну, вони, во-первых, привикають к імені, знають своє ім'я і прекрасно відзиваються на ім'я. С удовольствием играются разными игрушками. Можно сделать для них качельки, колесо беговое. Они с удовольствием будут бегать в колесе. Выполнение команд, дрессировка крыс. Крысы поддаются дрессировке. Есть крысиные цирки, устраивают крысиные бега. То есть, если у вас есть желание подрессировать крысу, вы можете ее выдрессировать. Ну, простейшие команды. Какие команды может крыса выполнять? Это же вам не собака, там, которая будет защищать вас или это. Но прибегать на зов, может быть, учат крыс, скажем, приносить что-то. Их учат даже различать, скажем, по цветам, там кнопочки нажимать. Ну, например, если их приучить, что нажимает зеленую кнопочку, ей дают там яблочко, нажимают красную кнопочку, ей дают косточку, она может это запомнить. Но это, конечно, процесс такой кропотливый и длительный. Але можливе, головне бажання. Да. А чи потрібні водні процедури для чи потрібні водні процедури для таких тваринок? Как правило, нет. У крыс должна быть вода для питья. Можно поставить ванночку, но вообще-то они прекрасно плавают, они прекрасно ведут себя в воде, но, как правило, специально купать крыс не нужно. Некоторые их купают, но это, в общем-то, лишнее. Що ж, я вдячна вам за відповідь. Я пропоную, щоб ви, можливо, дали якісь поради для тих, хто вирішить все ж таки завести таку чудову тваринку, як ми могли переконатися сьогодні, дуже милих та грайливих. Що потрібно знати такій людині, яка все ж таки от збирається піти до зоомагазину? Ну, самий головний совет. Нужно помнить, що ми в ответі за тих, кого приручили. Если вы заводите это животное, вы должны быть готовы отдавать ему определенную часть своего времени и своей души. Завести его просто так, чтобы оно сидело в клеточке и показывать его гостям, это не годится. Вы должны любить это животное и быть готовыми и к определенным расходам. В принципе, расходы по содержанию, они крайне незначительные. Но если ваш питомец заболеет, то ветеринарное обслуживание сейчас стоит определенных денег. Ну, а самое главное, вы должны доверять ему и сделать так, чтобы ваш питомец доверял вам безраздельно, чтобы вы были друзьями. Просто как предмет мебели или красивую безделушку заводить животное не стоит. Вы заводите себе друга, партнера и, в общем-то, питомца, который зависит от вас. Без вашей заботы, без вашего внимания зверек погибнет. Любой. Это относится не только к крысам, а к любому животному, которое вы заводите. Що ж, я вдячна вам за наше сьогоднішнє спілкування, вдячна нашим гостям, які були слухняними і демонстрували таку свою грайливість. Сьогодні говорили про пацючків, про особливості їх поведінки, про догляд за ними. 4 квітня ці тваринки відзначають свій день, з чим ми їх і вітаємо. Розповідав нам про всі особливості догляду за гризунами наш гість, зоолог Сергій Чугаєв. Пане Сергію, ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. А я хотел бы еще раз напомнить, что в парке Глоб работает трогательный зоопарк. Более 50 ручных экзотических животных ожидают общения с вами. И если кто-то, у кого-то появилось желание вот такое чудесное животное завести, сейчас у нас есть вот у нас вот таких крысяток 12 штук. И можно обращаться в наш зоопарк для того, чтобы приобрести себе такого друга.
Що ж, я думаю, наші глядачі обов'язково звернуть на це увагу. Що ж, з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!